Народный фронт Чувашии вместе с прокуратурой ГАИ и администрацией города Чебоксары выехал на Марпасадское шоссе, где идет реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Для проверки качества уложенного асфальтового покрытия с одного из участков были взяты вырубки. На данном участке дорог берется контрольная вырубка кернов для определения толщины верхнего слоя, уложенного верхнего слоя асфальтобетона. То есть вот проведена в данный момент было 3 вырубки. Пока визуально и линейкой замерили. То есть толщина совпадает. Толщина проектная была 5 сантиметров. Все вырубки в норме. Народный фронт в Чувашии озвучил жалобы водителей на то, что ремонтные работы создают очень большие пробки на дороге днем и особенно в часы пик, и порекомендовал максимально использовать для работы поздний вечер, ночь и раннее утро. Тем более, что лето, время коротких ночей, позволяет сделать это без особых затрат на освещение. Прямо перед ними и отчитываемся. Все лабораторные результаты уже предоставляем заказчику. Народный фронт и прокуратура не снимают с контроля ход работ по ремонту дороги. Сегодня под контролем прокуратуры Чувашской Республики были проведены вырубки асфальтобетона, то есть взяты пробы асфальта на качество производимых работ. Данные вырубки взяты из специализированной организации стройконтроля. Напомним, в прошлом году после совместного рейда по жалобам водителей на некачественно проведенный ремонт дороги прокуратура вышла в суд с иском к администрации города Чебоксары об обязании привести в порядок участок дороги по Марпасадскому шоссе и обеспечить там безопасность движения. Прокуратура Калининского района совместно с представителями МКУ ЖКХ «Благоустройство», госавтоинспекции, представители общественного движения «Народный фронт», экспертной организации проводится проверка исполнения требований решения суда, подному по исковому заявлению прокуратуры Калининского района к администрации города Чебоксары об обязании устранить нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной сети по Марпасадскому шоссе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Суд поддержал требования прокуратуры. Елена Яковлева, пресс-служба Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике, «Жизнь столицы».